О, золото! Давай! Я в этой игре чемпион! Да ладно тебе! Дай мне 2 минуты, и я тоже стану чемпионом! Лошадка, беги, кушечная лошадка! Друзья, вы скорее скачиваете Toy Night 2! Давайте посмотрим, кто больше забьет монет! Рома, нужно сделать перерыв! Много сидеть в телефоне вредно! Ну и что случится? Из телефона вылезет клоун! Ага, ты эти сказки Веронике рассказывай! А я уже большой, я в это не верю! Ну и зря! О, кстати, сейчас Ника придет! Вероника, привет! Привет! Вкусный банан? Да! Сейчас приели и можем идти играть! Пошли, Вероника, я тебе машинки покажу! Смотри, как у меня много машин! Какую выбираешь? Пакету! Так, мы сейчас наколдуем! Шарам-барамон, появись-ка быстро, клоун! Не понял, кто меня вызвал? Это я! Рома мне не верит, что ты существуешь! Кто? Я? Да еще как существую! Сейчас мы ему кое-что устроим! Вероника, смотри, сейчас тачка поедет! Ремонт сделан! Смотри, какой терминатор! Боин! Вероника, ты слышала? Нет, нет. Странно, пойду-ка проверю. Иди. Странно, может на кухне? И здесь никого. Пойду в другой комнате проверю. Хелпик, это ты постудился? Нет, это клоун, я же тебе говорил! Да, Хелпик, хватит уже врать! Хелпик, ты почему постоянно прёшь? Хелпик, да почему ты постоянно прёшь? О, а ты кто такая? Я Ника. Я сегодня фокус с пупсиками покажу! А ты послушная девочка, в телефон много не играешь? Я играю. Ну и дети пошли, вас надо чем-то другим занять. Кажется, я понял, что придумать. Хелпик, прием, позови Веронику в свою комнату. Вероника, Рома, скорее сюда! Что случилось, Хелпик? Ну что, что такое? Это кое. В общем, я сейчас вам расскажу такую историю интересную. Хелпик, прием, все готово. Хелпик, ну ты чего молчишь? Ой, я забыл. Идите играйте давайте. Этот Хелпик вообще выдумщик. Так. Не понял, а где все игрушки? Ника, ты куда их дела? Клоун дел мне. Какой еще клоун? Рома, скорее на кухню, смотри, что здесь творится. Скорее бежим на кухню. Бесим. Очень глубоко застряли. О, нам пригодится этот кран. Вероника, давай будешь мне помогать. Вероника, залазим в скорее на стулья, спасаем наши игрушки. Так, попробуй сначала руками. А, я не могу ее доставить, она подвязана.
Попьет. Осталось совсем немножко. Я обнаружил еще машины. Би-би. Только бы еще. Нашел. Вот еще. Еще. Ну все, Хелпик, я придумал им занятие. Ну и правильно, отправляйся обратно.